Необычная эстафета прошла на стадионе Русичи города Ликино-Дулево. Свой профессиональный праздник студенты Орехово-Зуевского района встали на коньки. Как это было, расскажут наши корреспонденты. Громкие крики болельщиков, смех и драйв. Вот так весело и азартно учащиеся района отметили День студента. В праздничный день на стадионе Русичи в Ликино-Дулево их ждала необычная эстафета на коньках. С каждым этапом задача становилась все сложнее. Участникам приходилось преодолевать препятствия и одновременно управляться с клюшкой и мячом. Здесь оценивалась не только скорость, но и аккуратность. Понравилось. Было много народу, интересный конкурс. Ну и побольше такого еще. Интересно. Правда, немного потрудились, сложно, но все же. Такой спортивный праздник собрал более 30 учащихся Орехово-Зуевского техникума из Ликино-Дулево, Куровского и Кабаново. Чтобы молодежь вышла на улицу, покататься на коньках, повеселиться, порезвиться, ну и, соответственно, чтобы быть здоровыми, веселыми и довольными. Организаторы надеются, что эти соревнования пришлись по душе всем участникам и планируют отмечать День студента на коньках ежегодно. В этот день не было проигравших. Каждая команда была отмечена почетными грамотами и сладкими призами.